Всем привет, ребята! И в этом видео мы будем играть в очень страшную игру в Роблоксе. Ребята, она правда очень жуткая, поэтому я сегодня буду про нее снимать. Ребята, в этом видео я буду играть в очень страшную игру. Надеюсь, вам понравится это видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и пишите свои комментарии. Итак, ребятки, игра будет называться «Мария Ужас». Ребята, это ужастик, просто, ребята, достаточно страшный. Итак, захожу на хоррор-карту Мария. Я появляюсь в каком-то очень непонятном месте. Мне, честно говоря, уже страшно стало. Вот, я появляюсь в таком вот очень страшном месте, в каких-то, скажем так, горах, как муравей, скажем так. И я начинаю бежать по тропинке, и я, блин, думала, что это какой-то лабиринт. Ну, все оказалось достаточно простенько, я пробежал мостик, и здесь я увидел такой вот дом. Сразу понял, что в него нужно зайти. Ребята, дом невероятно жуткий, очень старинная версия, все сделано очень реалистично. Я заметил, кстати, вот там вот камеру в холле. Здесь есть какая-то карта, с которой я еще не очень сильно разобрался. Вот, ребят, здесь также висел вот такой вот фонарь, но он был за робокс, и поэтому я его не стал покупать. Вот, ребятки, здесь нужно заходить в вот такие вот комнаты, и все заходят в комнаты, и я решил зайти в одну комнату, потом я передумал и решил пойти в другую комнату, где я прождал 13 секунд, ребята, и мы переходим к самому страшному, мы переходим к игре. Это все был холл, это все была завязка, но сейчас все будет достаточно серьезно. Я жду, вот и все, и вот сейчас меня перекидывает как бы на другой сервер, ну, естественно, в настоящую игру. Вот. Я жду. Очень-очень тут страшная заставка. Это та самая Мария в квадратике, которая будет на этой карте. Вот, ребятки, я появился в такой комнате, где разрушена кровать. Очень комната такая старинная, страшная. Вот здесь окна, заросшие камышом или какими-то деревьями. Я открыл двери. И почему-то они закрылись. Сейчас открою заново. Я открыл двери, и, ребятки, я вышел из этой комнаты, вот, и здесь также был коридор вот такой вот, где двери, ну, не открывались, поэтому выйти отсюда нельзя было. Тут была вот такая вот кухня, все было достаточно неплохо, только меня поразил телефон. Я подумала, что будет одно из действий, связанное с телефоном. Потом я перехожу в вот такой вот холл, и здесь, ребята, сама завязка. Я открыл вот такую вот дверь, вот эта вот дверь открывалась. И, ребята, мне нужно было найти ключ, и я начал искать ключ от двери. Вот, я походил по комнате, увидел здесь письма, компьютер, карту. И, ребятки, я увидел ключ, да-да-да. Но, ребята, не все так просто. В следующей части, если вам понравится такая рубрика, я покажу, что же я сделал с этим ключом и так далее, ребята. Но я его, ребята, нашел. Карта достаточно страшная, вот. Но я начал тоже исследовать карту и понял, что с этим ключом нужно будет потом открыть двери или здесь, или противоположные двери напротив комнаты с ключом. Вот. Карта достаточно страшная, но мне понравилась. Это была первая часть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, естественно, выйдет вторая часть с прохождением. Вот, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, отправляйте это видео с друзьям, играйте с ними вместе на этой карте. А, ребятки, я всем желаю удачи, хорошего дня, всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока.